А вы знаете, что вы сейчас воруете имущество муниципальное? Уважаемый, здесь тротуар. Пешеходная зона. Пешеходная зона. Не имеете права здесь ездить. Вы кто такой? Я гражданин Российской Федерации. И я тоже. Ну вот, хорошо. Вы не имеете права здесь ходить. А как это? Здесь же вы пешеходная зона. Живете? Покажите ваши документы. А с чего это я должен? Документы, вы же не сотрудник полиции. Я иммигрант. Я обязан предъявлять, если вы сотрудник полиции. Я сотрудник полиции. Давайте, предъявляйте документы. Имейте в виду. Что вы делаете? Вы человека сбили. Мы по тротуару едем. В общем, пожалуйста, назад сдайте. Подождите, что за машина? Вы в курсе, где вы едете? Вы едете по тротуару. Простите. Сдавайте назад. Заехали на тротуар, вы не могли бы выехать на проезжую часть, чтобы не мешать? Здесь нет выезда, я не хочу вас расстраивать, он сзади. Пожалуйста, уезжайте, спасибо огромное. Здравствуйте, я прошу прощения, вы, наверное, случайно заехали на тротуар, мы хотим вас об этом оповестить. Сдавайте, пожалуйста, назад, уезжайте на шоссе Энтузиаста. Я понимаю. Вы спешите домой? Конечно. Посмотрите на этих людей, они тоже спешат домой. Вы считаете, что мы лучше считаем? В этом нет ничего плохого, то, что вы заехали на тротуар. Ты видишь, нет, вот смотри, ты видишь, что мы же люди. Мы же сейчас не вышли на проезжую часть, не говорим, что мы хотим там походить, в этом нет ничего плохого. Давайте будем относиться с уважением к этому людям. Сдавайте назад, уезжайте, как все. Не выделяйте себя из толпы. Спасибо вам за понимание. Всего доброго. Вы подрастете, поймете. Не, мы подрастем, обязательно поймем. Мы, может быть, ставим на вашу позицию, надеюсь, что так не будет. Почему, блядь, когда государство забивает, хуй. Будьте выше этого. Вы и так выше. Я вижу. Всего доброго вам. Вы можете только развернуться и отъехать назад. Все. Давайте ругаться не будем. Ну вот, давайте не будем ругаться. Я спущусь. Нет. Пешеходный там. Переход. Мы никого не хотим. Вот не уважить никого, ни еще что-то. В крайнем случае, вы тут останетесь стоять до утра, до следующего, до вечера. Потому что мы не отойдем. Если вы сейчас едете с тротуара, прям респект вам будет. Вот видите, у вас улыбка позитивная, хороший, теплый, солнечный день. Я вас очень прошу, покажите всем пример. Вот прям покажите всем пример. Съедите с тротуара, чтобы все знали, что Ивановская область соблюдает право дорожного. Спасибо вам большое. Что есть хорошие люди. Все, спасибо.